Hare Krishna. Hare Krishna, Guru Maharaj, to you and the group. Okay. Please accept our humble obeisances, all glories to Srila Prabhupada. Please accept my humble obeisances, all glories to Srila Prabhupada. So, we're reading Nectar of Devotion, and we're on chapter number, is it 29? Yeah? Yeah. Chapter 29, Expressions of Love for Krishna. Итак, мы читаем «Нектар преданности», 29 главу, которая называется «Проявление любви к Кришне». And we're at the section entitled «Apprehension». И мы читаем о проявлении, о таком проявлении любви, как тревога. Go ahead. Тревога. Иногда при виде молнии в небе какого-то свирепого зверя или от громкого звука человека охватывает беспокойство. Это состояние ума называется встревоженностью. Встревоженный человек пытается найти безопасное место, при этом его иногда бьет дрожь, и волосы на его теле встают дыбом. Он может допускать ошибки, а в некоторых случаях его тело цепенеет. All right, so apprehension. This state of apprehension occurs when there's some disturbance in the heart, which may be caused by something like lightning in the sky. И чувство беспокойства, оно возникает, когда что-то происходит. Например, когда в небе начинает сиять молния. Or it may also be caused by seeing a ferocious animal. Либо когда какой-то свирепый зверь появляется. Or you may hear a terrible sound, a frightening sound. Либо вот такое чувство появляется от какого-то ужасного звука. So that state, in that state, then one will become apprehensive. И в таких случаях человек начинает испытывать тревогу, его охватывает беспокойство. So when we're in that state, we will want to take shelter of something which will give us safety. И когда мы находимся в таком состоянии, нам хочется принять прибежище у того, кто даст нам чувство безопасности. And there will be symptoms like the hairs on the body may stand on end. И при этом могут проявляться симптомы, например, волосы на теле могут вставать дыбом. Or the body may tremble. Либо человека бьет дрожь. And sometimes we may even make mistakes. И иногда даже допускать ошибки. And sometimes the body even becomes stunned. А иногда тело даже цепенеет. Okay, yes, so these are different descriptions of the state of apprehension. И таковы описания этого состояния тревоги. So now we're going to hear examples from the scriptures. И ниже будут описываться примеры из Писаний. Go ahead. В «Подьяволе» говорится: «Дорогая подруга, Кришна живет сейчас в Матхуре, в окружении демонов под властью царя демонов Камсы, и это приводит меня в страшное беспокойство». Это один из примеров тревоги за Кришну в экстатической любви к Нему. All right, so the example is given from the Padyavali, where is the statement someone's speaking to Krishna, some friend of Krishna. И здесь приводится пример из Падьяволи, где идет разговор с другом Кришны. So said, Krishna's residence in the demonic circle of Mathura is under the supervision, under the rule of the king of demons, Kamsa. И здесь идет разговор о том, что Кришна живет в Матхуре, в окружении, в демоническом окружении, который под властью царя Камса. So that's a very
It's a cause of worry for someone who is a friend of Krishna. И это становится причиной для беспокойства у тех, кто является другом Кришны. Someone's devoted to Lord Krishna and they see Krishna living in such a condition where he's so close to the demonic king Kamsa, causes the devotee to worry. И для тех, кто предан Кришне, то, что Кришне приходится жить в таком демоническом окружении под властью царя Камсы, это приводит преданных в беспокойство. So this is an example of apprehension due to some danger to Krishna. И это пример беспокойства, связанный с опасностью для Кришны. And the devotee who has ecstatic love, who is the bhava for Krishna, they will feel very worried. И те, кто испытывает любовь к Кришне, бхаву к Кришне, они испытывают большое беспокойство. Okay, next one. Когда Вриштасура в облике быка появился во Вриндаване, гопи страшно перепугались. В смятении они бросились обнимать деревья Тамала. Это пример страха, вызванного видом свирепого животного, когда человек ищет убежище, все время помня о Кришне в экстатической любви к нему. Заслышав вой шакалов, доносившийся из леса Вриндавана, мать Ишода старалась не выпускать Кришну из вида, опасаясь, как бы они не напали на него. Это пример экстатической любви к Кришне в страхе, вызванном громким звуком. Такая форма тревоги отличается от настоящего страха. Человек, охваченный страхом, все же сохраняет способность думать о прошлом и будущем, но в экстатической тревоге для таких мыслей не остается места. Okay, so then we have a description of Lord Krishna in Vrindavan. When Vritasura appeared, Vritasura is a big bull who came there in Vrindavan. И здесь говорится о том, когда Кришна, будучи во Вриндаване, при его присутствии в Вриндаване, там также появился Вриштасура, огромный бык. So when all the gopis saw the form of Vritasura, he was so huge, he was so terrifying, he was such an angry bull. So all the gopis were filled with fear. И когда гопи увидели этого страшного, огромного, свирепого быка, они страшно перепугались. So in the fear, in their anxiety, they all began to, they would embrace the tamal tree, because the tamal tree is a black color and it reminds them of Krishna. И в смятении они бросились к деревьям тамала и начали обнимать их, поскольку эти деревья напоминали им Кришну. So by embracing the tamal tree, they felt that actually they were embracing Krishna and they didn't feel afraid anymore. Поскольку эти деревья были такие же темные, как цвет тела Кришны, и когда гопи обнимали эти деревья, они думали, что они обнимают Кришну, поэтому их страх исчезал. So this is an example of apprehension, and this is an apprehension fear caused by a ferocious animal. И следующий пример – это пример беспокойства, который вызван страхом в результате того, что кто-то увидел свирепого животного. And we see also the gopis searching for shelter. They took shelter of the tamal tree. Remembering Krishna, they took shelter of the tamal tree. И гопи, когда они увидели это животное, они приняли прибежище у дерева Тамала. So this was the gopis' great love for Krishna. И это говорит о великой любви гопи к Кришне. And in Vrindavan, in the evening, in the night, we will hear the sound of the jackals crying in the forest. И во Вриндаване по ночам можно слышать вой шакалов, доносящийся из леса. So when Mother Yashoda would hear the crying of the jackals, sometimes she would become very careful about Krishna. И когда матушка Яшода слышала этот вой шакалов,
она старалась очень внимательно следить за Кришной. Because Mother Yashoda was worried that the jackals may attack baby Krishna. Потому что она боялась, что беспокоилась о том, как бы шакалы не напали на Кришну. The jackals, they always active in the night. It's when it's, when the sun goes down, then the jackals come out and they begin to cry. И шакалы активируются по ночам, когда солнце садится. Шакалы начинают выть. So Mother Yashoda was concerned about Krishna whenever she would hear the sound of the jackals. И таким образом, матушка Яшода, она старалась не выпускать Кришну из виду, когда слышала звук, слышала вой шакалов. So this is an example of ecstatic love for Krishna due to fear. И это пример экстатической любви Кришны в страхе. And the fear was caused by hearing the sound of the jackals. И этот страх был вызван воем шакалов. So Prabhupada explains that this kind of fear is a little different from being actually afraid. И Шрила Прабхупада пишет, что такого рода страх, он отличается от настоящего страха. When somebody is afraid of something, he can still think of the past and the future. И когда человек чего-то боится, он все же может думать о прошлом и будущем. But when a devotee has this kind of ecstatic feeling for Krishna, then he cannot begin to think about anything. Но когда преданный находится преданного охватывает это экстатическое чувство тревоги, он не может думать ни о чем. He cannot think of the past, he cannot think of the future, he's just so bewildered because of the situation. И он не может думать ни о прошлом, ни о будущем, он просто поражен и ошарашен тем, что происходит на данный момент. Go ahead. Следующее проявление любви к Кришне – это сильное волнение. Волнение человека может провести то, что ему очень дорого. Что-то очень омерзительное – пожар, сильный ветер, сильный ливень, стихийные бедствия, вид огромного слона или встреча с врагом. Когда переживания вызваны встречей с тем, кто очень дорог, человек, как правило, говорит очень гладко, употребляет ласковые слова. Когда же его переживания вызваны зрелищем чего-то омерзительного, он громко кричит. В тех случаях, когда сильное волнение вызвано пожаром, человек старается убежать. При этом его может бросить дрожь, или же он зажмуривает глаза и плачет. Человек, охваченный волнением из-за сильного ветра, старается бежать очень быстро и трет глаза. Когда причиной волнения является сильный ливень, человек берет зонтик, а его тело напрягается. Когда волнение вызвано внезапным стихийными бедствиями, лицо человека бледнеет, он застывает на месте, пораженный, а его тело сотрясает дрожь. Если волнение охватывает его при виде слона, человек отпрыгивает в сторону и проявляет различные признаки испуга. Иногда при этом он оглядывается по сторонам. Когда причиной волнения становится появление врага, человек ищет смертоносное оружие или пытается убежать. Okay. So now we're going to hear about the symptom of intense emotion. И здесь говорится о интенсивных эмоциях, о сильном волнении. So Prabhupada explains that the emotion is caused by something very dear, by something very, or it may be something very dear, or maybe something very detestable, very horrible. И Шрила Прабхупада говорит, что это чувство может быть вызвано тем, что очень дорого человеку, или тем, что омерзительно для него. So there are many different things which cause this intense emotion. И существует множество вещей, которые вызывают сильное волнение. It may be caused by fire, or it may be caused by strong wind or strong rain. Его могут вызвать пожар, сильный ветер или сильный ливень. Just like today we have strong wind here in Mayapur. Как, например, сегодня в Майяпуре
сильный ветер. And sometimes also strong rain. Иногда даже сильный ливень. Now is the rainy season here. Сейчас идет здесь сезон дождей. So we get this wind and the rain. So emotion can be caused by these different disturbances. Поэтому здесь сильные ветра и сильные ливни, и таким образом эмоции, волнение может быть вызвано этими вещами. It could also be caused by seeing a big elephant. Также сильное волнение может быть вызвано видом огромного слона. Or it could be due to just seeing the enemy, seeing some enemy we have. Либо из-за встречи с врагом. So all of these different things, they can be the cause of intense emotion. Таким образом, все эти вещи могут быть причиной сильного волнения. So when the emotion is caused by seeing something which is very dear to us, then we can speak very swiftly and use kind words. И когда волнение, переживание вызвано встречей с тем, кто очень нам дорог, мы, как правило, говорим очень гладко, очень мягко и употребляем ласковые слова. But when the emotion is caused by seeing something detestable, which we really don't like, which we hate, then we will cry, we cry loudly. Когда же наши эмоции вызваны зрелищем чего-то омерзительного, того, что мы ненавидим, мы начинаем громко кричать. And when there's an emotion caused by seeing fire, then we try to run. И когда наше волнение вызвано пожаром, то мы стараемся убежать. There's a fire, we want to save ourselves, we'll run away. И мы стараемся спастись от пожара, и мы убегаем. And there may also be trembling, the body may tremble, we may close our eyes, and tears in the eyes. При этом наш может бросать в дрожь, или мы зажмуриваем глаза, или плачем. And if we become emotional because of the strong wind, then we may try to run. We may try to run fast, and we can also rub our eyes. Допустим, если волнение приходит в результате сильного ветра, то мы стараемся бежать очень быстро, и мы трем глаза. And when, if the emotion is caused by the rain, then we take our umbrella, but there will still be some tension in the body. Когда причиной волнения является дождь, то мы берем зонтик, и наше тело напрягается. And if the emotion is due to some sudden disturbance, then our face will lose all its color, and we'll become struck with wonder, and there'll be trembling of the body. Когда же волнение вызвано чем-то внезапным, то мы бледнеем, застываем на месте, пораженные, наше тело сотрясает дрожь. If there's some emotion from seeing a big elephant, we may jump and show signs of fear. И если волнение охватывает нас при виде слона, то мы отпрыгиваем в сторону и проявляем различные признаки страха. And we will also keep looking behind. И при этом мы можем оглядываться по сторонам. And when there's emotion due to the presence of an enemy, then we look for a weapon, and we may look for a weapon to defend ourselves, and we may also try to escape. А когда причиной волнения становится появление врага, то мы ищем оружие для того, чтобы защититься, либо пытаемся убежать. Okay. Well, so now we have some examples of these different emotions. И теперь ниже будут приводиться примеры всех этих различных эмоций. Go ahead. Однажды, когда Кришна возвратился из леса Вриндавана, мать Яшоды так разволновалась при виде сына, что молоко потекло у нее из груди. Это пример волнения, вызванного встречей с дорогим человеком.
So the first one is the example of the emotion caused by seeing a dear object. И первый это пример, когда волнение вызвано встречей с дорогим человеком, с тем, кто тебе дорог. So Lord Krishna is very, very dear to Mother Yashoda. So when Mother Yashoda saw Krishna coming back from the forest of Vrindavan, Mother Yashoda felt emotion. И Кришна очень дорог для матушки Ишоды, и когда Кришна возвращался из леса Вриндавана, матушка сильно волновалась. And Mother Yashoda had so much emotion for Krishna that her milk began to flow from her breasts. И она испытывала настолько сильные эмоции, что у нее из груди текло молоко. Of course, this is natural for a woman, a mother. She loves her child, so when she sees a young child, the milk will flow from her breast. И это естественно для матери, у которой маленький ребенок, и когда она свое дитя, молоко течет у нее из груди. Of course, this is usually when the child is very young. As the child grows, then the mother won't feel so much affection. И это происходит только тогда, когда ребенок маленький. Когда ребенок вырастает, у матери уже нет таких эмоций. Go ahead. В 10-й песне Шримад Бхагаватам 23.18 Шукадева Госвами сообщает царю Парикшиту. «О царь, жены брахманов были очень привязаны к прославлению Кришны и всегда мечтали о том, чтобы увидеть его. Поэтому, когда они услышали, что Кришна находится поблизости, их охватило непреодолимое желание увидеть его, и они, не раздумывая, покинули свои дома». Это пример волнения, охватывающего человека в присутствии того, кто ему очень дорог. So this is another example of emotion which is aroused due to something very dear. Это еще один пример эмоций, которые возникают у человека в присутствии того, кто ему очень дорог. So in this case we're hearing about the wives of the brahmanas who were great devotees of Lord Krishna. И здесь говорится о женах брахманов, которые были великими преданными Господа Кришны. So the wives of the brahmanas were there with their husbands. Their husbands had been doing the yagya. И жены брахманов находились подле своих мужей, которые проводили ягью. And the cowherd boys hadn't taken any breakfast and they were hungry. А мальчики-пастушки были очень голодны, поскольку они не завтракали. So they knew the brahmanas were doing the yagya. They had a lot of food. И неподалеку находились брахманы, которые проводили ягью, поэтому у них было очень много пищи. So the cowherd boys came to beg. First they went to the brahmanas, but the brahmanas ignored them. И мальчики-пастушки пошли просить милостыню у брахманов, но брахманы их проигнорировали. So then they went to the wives of the brahmanas. И тогда мальчики-пастушки отправились к женам брахманов. And when the wives of the brahmanas heard that Krishna was nearby, oh, they were so anxious to go and see him. И когда жены брахманов услышали, что Кришна находится неподалеку, их тут же охватило непреодолимое желание увидеть его. And they immediately left their homes and they brought a lot of food which they prepared for the yagya. They brought that food to offer to Krishna and Balaram. И они тут же покинули свои дома и прихватив с собой всю ту пищу, которую они приготовили для яги, они хотели отнести эту пищу Кришне. So this is another example of emotional activity due to the presence of someone very dear. Таким образом, это еще один пример того, который охватывает человека в присутствии того, кто ему очень дорог. Okay. Когда убитая Кришной ведьма-демоница Путана рухнула на землю, мать Ишода остолбенела от удивления и взволнованно воскликнула. «Ой, что это такое? Что это?»
Увидев, что ее любимое дитя Кришна играет на груди мертвой демоницы, Яшода в смятении заметалась из стороны в сторону. Это пример волнения, охватывающего человека при виде чего-либо отвратительного. All right, now we're hearing an example of emotion of seeing something which is horrible, very ghastly. Итак, это пример волнения, которое охватывает человека, когда он видит что-то отвратительное. So the example is when Putana came there to she wanted to kill Krishna. Здесь приводится пример Путаны, которая пришла, чтобы убить Кришну. But Krishna killed Putana, and Putana had come like a beautiful gopi. But when Krishna killed her, then she showed her real form as a rakshasi, as a demon. И Путана появилась в форме очень красивой женщины, но когда Кришна убил ее, она приняла свою форму ужасной ракшаси. So when Krishna killed this demon Putana, then Mother Yashoda was surprised that she didn't know what was happening, and she's saying, "Oh, what is this? What is this?" И когда Кришна убил демоницу, Яшода очень удивилась. Она не понимала, что произошло, и она говорила: "О, что это такое? Что это?" Because mother. Baby Krishna, Mother Yashoda, first she couldn't see Krishna where he was, but then she saw that Krishna was playing on the chest of the dead demon. И поначалу матушка Яшода не замечала Кришну, она не видела, где он, но потом она увидела, что он играет на груди у большой демоницы. Of course, the demon Putana took a huge form. She was like 8 miles long. She had a gigantic body. И, конечно же, демоница Путана была огромного роста, ее рост был более 8 миль, и у нее было гигантское тело. So Mother Yashoda, she didn't know what to do. She was walking back and forward, and she didn't know what to do because Krishna was playing on the chest of the dead demon. И матушка Яшода не знала, что ей делать. Она в смятении металась из стороны в сторону. Она не знала, что делать, когда Кришна играет на груди мертвой демоницы. So this is an example of emotion due to seeing something horrible or ghastly. И это пример волнения, которое охватывает человека при виде чего-то ужасного, при виде чего-то отвратительного. Go ahead. Когда Кришна с корнем вырвал деревья Арджуна, Яшода услышала шум падающих деревьев, ее охватило такое волнение, что она просто вперила взгляд в небо, не зная, что делать. Это пример волнения, вызванного громким звуком. So, this next example is about emotion which came due to hearing a big sound. И следующий пример связан с волнением, вызванным громким звуком. So the sound was caused by when Krishna pulled out the two Arjuna trees. Two Arjuna trees fell down in the yard of Nanda Maharaj. И этот громкий звук был вызван тем, что вызван падением деревьев Арджуна, которые Кришна вырвал во дворе Нанды Махараджа. So Arjuna trees are very big, and so when they fell down, it made a huge sound, a big sound. И деревья Арджуна, они очень большие, когда они упали, это стало причиной очень громкого звука. So when Mother Yashoda heard the sound of the trees falling down, she was overcome with emotion. И когда матушка Яшода услышала звук падающих деревьев, ее переполнили эмоции, охватило сильное волнение. And she didn't know what to do, and she was just looking up to the, in the sky. И она, не зная, что делать, просто глядела в небо. So this is emotion from hearing a sound. И это таково волнение, вызванное громким звуком. Go ahead.
Когда во Вриндаване загорелся лес, все пастухи сгрудились вместе и стали в отчаянии молить Кришну о защите. Это пример волнения, вызванного пожаром. So the next is an example of emotion caused by fire. Следующий пример – это пример волнения, вызванного пожаром. Definitely, if there's a fire, we become very afraid. It can create a lot of emotion in us. И когда мы видим пожар, нас охватывает страх, мы боимся, и это вызывает в нас сильное волнение. So when there was a fire in Vrindavan, the forest fire in Vrindavan, all the cowherd men got together and they came to Krishna for protection. И когда во Вриндаване загорелся лес, все пастухи сгрудились вместе и стали молить Кришну о защите. So this is an example of the emotion caused by fire. И это пример волнения, вызванного пожаром. Go ahead. Однажды демон смерч по имени Тринаварта, подняв Кришну с земли, закружил его в воздухе вместе с несколькими огромными деревьями. Тем временем мать Ишода, не находя нигде своего сына, так разволновалась, что стала метаться из стороны в сторону. Это пример волнения, вызванного сильным ветром. So now we have the next example is the emotion caused by very strong wind. И здесь приводится пример волнения, вызванного очень сильным ветром. So when Krishna was having his pastimes 5,000 years ago, one demon took the form of a whirlwind. Demon known as the name of the demon was Trinavarta. Итак, когда Кришна являл свои игры здесь 5000 лет назад, также появился демон Тринаварта, который имел форму смерча. When Trinavarta came to Vrindavan, he created this huge wind, so it blew everything around, and blew over some big trees, and even blew Krishna around. Когда Тринаварта появился во Вриндаване, как этот смерч, он все сносил на своем пути, он вздымал вверх, он все срывал с земли, он вырывал деревья с корнем, и в этот вихрь попал также и Кришна. And the wind was so strong that it picked Krishna up off the ground and carried Krishna up in the sky. И ветер был настолько силен, что он оторвал Кришну от земли и понес в небо. So the demon, Krishna was carried up in the sky. Mother Yashoda, she couldn't see where Krishna was gone, so she became very worried. И Кришна летел в небо, но матушка Ишода не видела, куда он делся, и поэтому она сильно разволновалась. And she was looking everywhere, but she couldn't see Krishna anywhere. Она повсюду его искала, но нигде не могла найти. So this is an example of the emotion caused by strong wind. И это пример волнения, вызванного сильным ветром. Okay. Yeah. В 10-й песне Шримад-Бхагаватам 25.11 описывается, как Индра обрушил проливные дожди на Вриндаван. От ветра и холода всех коров и пастухов охватило такое отчаяние, что они сгрудились вместе, ища прибежище под лотосными стопами Кришны. Это пример волнения, вызванного сильным ливнем. Alright. So then there's an example of the emotion caused by very heavy rainfall. И здесь приводится пример волнения, вызванного сильным ливнем. So this came when Indra was trying to destroy Vrindavan, and he sent the clouds there to pour heavy rain on Vrindavan and flood Vrindavan. Когда Индра решил разрушить Вриндаван, он отправил на Вриндаван огромные облака, чтобы они огромные тучи, чтобы они затопили Вриндаван своими ливнями. Indra was angry that the people of Vrindavan had stopped. They were not offering Indra Yagya for him.
И Индра был в гневе, поскольку жители Вриндавана прекратили совершать ягью ради его удовлетворения. Lord Krishna understood that Indra had become proud, and Lord Krishna wanted to make him humble. Господь Кришна понял, что Индра возгордился, и он решил сделать его смиренным. So it was arranged that Indra got angry and he sent the clouds and tried to destroy Vrindavan, and at that time Krishna picked up the Govardhan hill. И все было устроено таким образом, что когда Индра рассердился и отправил свои тучи на Вриндаван, Кришна поднял холм Говардхан. So because of Indra sending the clouds there, there was heavy rain and there was a very strong wind and it became very cold. И когда Индра отправил туда свои облака, свои тучи, конечно же, во Вриндаване были очень сильные ливни, сильный ветер, стало очень холодно. So all the cows and the cowherd boys, they were feeling the cold, and the rain was so strong that they all gathered together to take shelter of Krishna. И все мальчики, пастушки, и все коровы, они все собрались в кучу, поскольку из-за этого сильного ливня и из-за того, что было очень холодно, и все они искали прибежище у Кришны. So this is the example of the emotion caused by heavy rain. И это пример того, как волнение было вызвано сильным ливнем. Go ahead. Однажды, когда Кришна находился в лесу Вриндавана, пошел страшный град, и взрослые велели ему: «Кришна, стой на месте. Сейчас даже люди сильнее и старше тебя не решаются двинуться с места, а ты всего-навсего маленький мальчик. Умоляем тебя, стой спокойно». Это пример волнения, вызванного сильным градом. So then there's another emotion which is caused by heavy hailing. И это пример волнения, вызванного сильным градом. So like hailstones, you know, the lumps of ice, sometimes it gets very cold and the water in the clouds will freeze and become little balls. So like hailstones, it's very uncomfortable, very unpleasant time. То есть это когда вода замерзает в облаках и падает с неба в виде маленьких таких комочков льда. Это очень холодно, очень неприятно. So when there were this hail falling in the forest of Vrindavan, then the elderly people in Vrindavan, they told Krishna, don't move, just stay here and take shelter. И когда в лесу Вриндавана пошел этот сильный град, то взрослые сказали Кришне: «Не двигайся, стой на месте». Even people who are stronger and older than you cannot move, and you're just a little boy, so just stay still. Даже люди, которые сильнее и старше тебя, не двигаются с места, а ты всего лишь маленький мальчик. Пожалуйста, стой на месте. So this стой is, спокойно. This is an example of emotion caused due to the hailing, falling of hailstones. Это пример волнения, вызванного градом. Go ahead. Когда Кришна наказывал Калию в отравленных водах Ямуны, мать Ишода воскликнула в сильном возбуждении: «Поглядите, кажется, будто земля затряслась. Она словно дрожит у меня под ногами, а небо как будто проливает слезы. Мой дорогой сын скрылся в отравленных водах Ямуны. Что мне теперь делать?» Это пример волнения, вызванного стихийным бедствием. Okay, so the next example is caused by a natural disturbance. И следующий пример – это пример волнения, вызванного стихийным бедствием. So it's described that the Kaliya serpent had come to live in the Yamuna river and poisoned all the water. Змей Калия стал жить в водах Ямуны и отравил их.
So when Krishna saw that this Kaliya serpent was disturbing all the people of Vrindavan, then Krishna went into the Yamuna to deal with the Kaliya serpent. Когда Кришна увидел, что змей Калия приносит беспокойство всем жителям Вриндавана, то он прыгнул в Ямуну, чтобы расправиться со змеем Калии. And at first the Kaliya serpent took Krishna in his coils and held him in his coils. И змей Калия схватил Кришну в своих кольцах и удерживал его. But Krishna is the supreme lord. He just tolerated that. He didn't mind. Но Кришна верховный Господь, и он спокойно переносил это. But when Mother Yashoda, she saw that Krishna was in the Yamuna River in the poison water, and he was being held by the serpent, then she became very emotional. Но когда матушка Ишода увидела Кришну в отравленных водах, в кольцах змея, она очень разволновалась. And Mother Yashoda describes, she said, oh, look, the earth appears to be trembling. И ее волнение проявилось в ее словах. Она сказала, поглядите, кажется, будто земля затряслась. And in the sky, tears are flying here and there. А небо как будто проливает слезы повсюду. And my son Krishna, he's gone into the poison water of the Yamuna. Мой сын Кришна скрылся в отравленных водах Ямуны. So what am I going to do now? Что же мне теперь делать? Of course, Mother Yashoda, she wanted to go into the Yamuna to try to save Krishna. Конечно, матушка Ишода хотела прыгнуть в воды Ямуны, чтобы спасти Кришну. But the people of Vrindavan, they wouldn't let her. Но жители Вриндавана не позволили ей сделать этого. And Lord Balaram was there, and Lord Balaram was telling them, it's all right, it's going to be all right. И там также был Господь Баларама, который успокаивал всех. Все будет хорошо, говорил он. So this is an example of the emotion due to natural disturbance. И это пример волнения, вызванного стихийным бедствием. Go ahead. На арене Камса, когда на Кришну наступали огромные слоны, все присутствовавшие при этом женщины наперебой заговорили, обращаясь к нему. «Милый мальчик, пожалуйста, беги отсюда, убегай. Разве ты не видишь этих слонов, приближающихся, чтобы растоптать тебя? Ты так доверчиво смотришь на них, и это повергает нас в страшное волнение». На это Кришна сказал, обращаясь к матери Ишоде. Дорогая мать, не переживай за слонов и лошадей, которые так неотвратимо надвигаются сюда, поднимая пыль, застилающую глаза этим лотосалким женщинам. Меня не испугал бы даже демон Кеша, явись он сейчас передо мной. В моих руках по-прежнему достаточно силы, чтобы обеспечить мне победу. Пожалуйста, не волнуйся. Okay. So then we have another example, emotion which is caused by appearing a big elephant. И здесь приводится пример волнения, вызванного появлением большого слона. So Krishna had been brought to Mathura by Akrura, and Kamsa had arranged for different activities to take place. И Акрура привез Кришну из Вриндавана в Матхуру, Камса устроил там различные мероприятия. Камса wanted to try to kill Krishna. Камса пытался убить Кришну. So he had arranged that there would be a big elephant there named Kuvala Yapida. И он устроил все таким образом, чтобы там был огромный слон по имени Кувала Япида. So Krishna came there, and the big elephant, this big elephant, tried to attack Krishna. И когда Кришна пришел туда, то большой слон попытался напасть на Кришну. No, so Krishna is not afraid of the big elephant. Но Кришна не испугался его. But all the ladies there, they said to Krishna, "Oh,
Oh, my dear boy, you should leave this place immediately. Don't stay here. Leave this place at once. Look, the big elephant's coming to attack you. Но женщины, которые присутствовали там, они закричали Кришне: «Милый мальчик, пожалуйста, беги отсюда. Разве ты не видишь этого слона, который приближается, чтобы напасть на тебя?» And you're just gazing, you're just looking at them so innocently, it's causing us so much anxiety. Но ты так доверчиво смотришь на все это повергает нас страшное волнение. But Krishna says to Mother Yashoda, he said, oh my mother, my dear mother, don't be worried by the appearance of the elephants and horses. Но Кришна при этом сказал своей матушке Ишоде, дорогая мама, не переживай за слонов и лошадей, которые приближаются сюда. I know they're coming and they're causing a lot of dust to be raised. And it causes blindness, it causes all the dust which they raise, causes all lotus eyes to become blind. Я знаю, что они надвигаются сюда, поднимая пыль, которая застилает глаза. And Krishna says, even if the Kesi demon comes before me, my arms will still be enough. They'll be adequate enough for victory over him, so you don't have to be worried. И он говорил, даже если бы сюда пришел демон Кеши, в моих руках достаточно силы, чтобы победить его. Okay. Лалита Мадави, подруга Ишоды, говорит ей: когда демон Шанкачуда, огромный и сильный, как гора, напал на твоего прекрасного сына, похожего на Купидона, во Вриндаване не было никого, чтобы прийти ему на помощь. Только чудом твой маленький сын убил этого демона. Видимо, в прошлых жизнях ты совершала суровые аскезы и покаяние, и потому твой сын чудом спасен. Шанкачуда, he was a servant of Kuvera, and he became a demon. Шанкачуда был слугой Кувера, он стал демоном. And he came to where Krishna was with the gopis, and he tried to kidnap some of the gopis. И он прибыл туда, где Кришна был с гопи, попытался украсть одну из гопи. So here, or Prabhupada, or Rupa Goswami, he's quoting this example from Lalita Madhava. Ишила Прабхупада или Рупа Госвами приводит эту цитату из Лалита Мадхавы. This Lalita Madhava is a drama which is written by Rupa Goswami. Лалита Мадхава — это пьеса, написанная Рупа Госвами. So, in the Lalita Madhava, a friend says to Mother Yashoda, she's talking about Krishna, and she's saying, oh, it's so wonderful that Krishna could kill this demon, Shankachuta. И одна из подруг матушки Шода обращается к ней и говорит, о, так замечательно, что Кришна убил этого демона Шанкачуду. This Shankachuda demon was very big and strong, like a great mountain, and he attacked Krishna. Этот огромный и сильный, как гора, демон Шанкачуда напал на Кришну. And this demon, they said there was nobody else there in Vrindavan to help Krishna, to protect him. Но не было никого в Вриндаване, чтобы помочь Кришне, чтобы защитить его. And your son is just a young boy, he's innocent. So how is it possible that he could defend himself? Твой маленький сын настолько would you repeat please once again, Guru Maharaj? He said, how is it possible that there was nobody there in Vrindavan, there was no one there in Vrindavan to help Krishna, but still Krishna was able to defeat this big demon? И как это возможно, что при том, что никого не было, чтобы помочь Кришне, Кришна все же смог одержать над этим демоном победу? So,
Your son is just like Cupid. He's so handsome, he's so beautiful. He's just like Cupid, and he's so gentle, and he appears that his body is just soft, but he killed this big demon. Как же это получилось, что твой сын, подобный Купидону, он настолько прекрасное тело, он его настолько нежное, смог убить этого демона? So I think it must have been due to the different austerities and penances in your past life that you did. Должно быть, это произошло в результате тех аскез, которые ты совершил, и покаяния, которые ты совершала в прошлых жизнях. Right? The devotee is telling Mother Yashoda that because you did a lot of penances and austerities in your past life, so that's why your son was saved in this today. Этот преданный сказал, что благодаря твоим аскезам и покаяниям в прошлых жизнях твой сын спасся. Okay, so you know, we say everyone is enjoying and suffering the results of our past deeds. Таким образом, каждый наслаждается или страдает в результате благодаря тем поступкам, которые он совершил в прошлом. So this devotee is thinking Mother Yashoda must have done a lot of pious activities in the past. Поэтому этот преданный думал, что матушка Ишода должно быть совершила много благочестивой деятельности в прошлом. And that's why Krishna's safe today. И поэтому Кришна спасся сегодня. Of course, we know Mother Yashoda is she's eternal, an eternal devotee, and she's a Nitya Siddha. She's an eternally perfect devotee of Krishna. И мы знаем, что матушка Ишода это Нитья Сидха, вечно совершенная преданная Кришна. She never forgets Krishna. Она никогда не забывает Кришну. And whatever happens to her, it's not due to pious activities. И все, что с ней происходит, это происходит отнюдь не благодаря благочестивой деятельности. It's due to her great love for Krishna. Это происходит благодаря ее великой любви к Кришне. Whenever Krishna comes, Mother Yashoda is always his mother. И когда приходит, каждый раз, когда Кришна приходит сюда, матушка Ишода является его матерью. Mm-hmm. And she loves Krishna so much. И она очень сильно любит Кришну. Okay, go ahead. В той же Лалита Мадхаве рассказывается, как Кришна украл Рукмини со свадьбы. После похищения Рукмини все собравшиеся царевичи стали обсуждать между собой это происшествие. «С нами наши слоны, лошади, колесницы, луки, стрелы и мечи. Нам нечего бояться Кришну. Давайте нападем на него. Он всего лишь сладострастный мальчишка-пастух. Какое он имеет право похищать царских дочерей? Нападем же на него». Это пример волнений, вызванных присутствием врага. Go ahead. Приведенными выше примерами Шрила Рупа Госвами старается доказать, что в отношениях с Кришной нет места имперсонализму. Отношения с Кришной подразумевают все формы личностной деятельности. All right, so we have another example. This emotion caused by the presence of enemies. И здесь приводится пример волнений, вызванных присутствием врага. And this example is also from the drama Lalita Madhava. And it describes about how Krishna kidnapped Rukmini. Этот пример приводится, взят также из произведения Лалита Мадхавы, где рассказывается о том, как Кришна похитил Рукмини. So actually, this time Krishna he didn't have any wives, and Rukmini was his first wife. И до этого у Кришны не было жен, и Рукмини его первая жена. But Krishna had to kidnap her, and she was supposed to be married to Sishupal. Но Кришне пришлось похитить ее, поскольку она должна была выйти замуж за Шишупалу. And there was to be a big wedding, and everybody had come, and all of Sishupal's friends, all the demonic kings, they'd all come. Это была большая свадьба, на которую пришли очень много людей. Пришли все друзья Шишупалы, все эти демонические цари. And Rukmini's father,
and her brother, they'd all agreed to the marriage. И отец и брат Рукмини, они все были согласны с этим браком. And Rukmini is just a young girl. She doesn't get any choice. Nobody asks her, "Do you want to marry him?" А Рукмини была всего лишь юной девушкой, у которой не было никакого выбора. Никто не спрашивал ее, а хочешь ли ты за него замуж? So Rukmini wrote a letter, and she gave it to a brahmana and sent the brahmana to Dwarka to give the letter to Krishna. И Рукмини написала письмо и отправила с этим письмом брахмана в Двараку, чтобы тот отдал это письмо Кришне. So Rukmini, she'd never seen Krishna, but she'd heard about Krishna from Narada Muni. Рукмини никогда не видела Кришну, но она слышала о нем от Нарады Муни. So she wrote a letter to Krishna, telling Krishna that, you know, I really want to marry you. I want to take you for my husband. And if I cannot get you for my husband, then I'm prepared to do austerities for many lifetimes until I become qualified to have you as a husband. И Рукмини написала, что я хочу, Кришна, я хочу получить тебя в мужья, я хочу выйти за тебя замуж, но если ты откажешь мне, то я буду совершать аскезы в течение протяжении многих жизней, чтобы стать так достойной того, чтобы стать твоей женой. So when Krishna got the letter, then he came to the capital, the city where Rukmini was living with her father, and Krishna came to the wedding. И когда Кришна прочитал письмо, он отправился в тот город, где жила Рукмини со своим отцом, и он появился на ее свадьбе. And Rukmini was already getting ready. She was all dressed up for the wedding, and she has to go to the Durga temple first of all before the wedding. So she went to the Durga temple, and all the kings were all looking at her, and they all thought, "Wow, she's so beautiful." И Рукмини уже была готова для вступления в брак. Она была готова к свадьбе, и прежде чем начать эту церемонию, она отправилась в храм Дурги. А все цари смотрели на нее и говорили, какая же она красивая. So Rukmini is actually the goddess of fortune. And Lord Krishna, he's not different from Lord Narayan. So the goddess of fortune and Lord Narayan, they're always couple. They're always together. И на самом деле Рукмини это никто иная, как сама богиня удачи, а Господь Кришна это сам Нараяна. И Нараяна и богиня удачи это вечная супружеская пара, они всегда вместе. But somehow Rukmini was born in this family where she had these brothers who were not very nice. They were not devotees. Так или иначе, каким-то образом Рукмини родилась в этой семье, где ее братьями были те, кто не был предан. But Rukmini's father, he was okay. He was quite favorable. He didn't mind Krishna. He didn't mind Rukmini getting married to Krishna. Но ее отец не был против того, чтобы Рукмини вышла замуж за Кришну. But he was controlled by his oldest son. His oldest son Rukmi wanted Rukmini to marry Sishupal. Но он находился под контролем своего старшего сына Рукми, который хотел, чтобы Рукмини вышла замуж за Шишупалу. Just like Dhritarashtra was controlled by his son Duryodhan. Это было подобно тому, как Дхритараштру контролировал его сын. So Rukmini's father, he was under the control of his oldest son, and he was forced to have Rukmini married to Sishupal. И точно таким же образом отец Рукмини находился под контролем своего старшего сына, и который заставил его выдать Рукмини замуж за Шишупалу. But before the marriage could take place, Krishna came there, and he just took Rukmini away, picked her up and put her on his chariot and drove off. Но до того, как произошла церемония бракосочетания, Кришна появился там и украл Рукмини, посадив ее в свою колесницу и уехал.
So at that time, all of those other kings were there, and the kings were saying, we have our elephants and horses and chariots, we have our weapons, our bows and arrows and swords, so we should not be afraid of Krishna. И в этот момент все те цари, которые находились там, они сказали, с нами наши славные лошади, колесницы, луки, стрелы и мечи, нам нечего бояться Кришну. And they were saying, we should attack Krishna, he's just a lusty cowherd boy. И они говорили, мы должны напасть на Кришну, это всего лишь сладострастный мальчишка-пастух. We shouldn't allow him to take away the princess in this way. Мы не должны позволить ему вот так украсть принцессу. We should all attack him. Мы должны напасть на него. So this is the example of emotion caused by the presence of enemies. Это пример волнения, вызванного присутствием врагов. So Prabhupada explains that Rupa Goswami is giving these different examples to us to establish that relationship with Krishna is personal and not impersonal. И Шрила Прабхупада говорит, что эти примеры доказывают, что отношения с Кришной, они персональны, а не имперсональны. So it's very nice to hear all these different pastimes and understand how Krishna is a perfect person. Таким образом, очень хорошо видеть все эти замечательные примеры и видеть, насколько Кришна персонален. All right, so we'll stop here. Сегодня мы здесь остановимся. Okay. Are there any questions? Есть ли какие-то вопросы? Елена Дмитриевна, это же ваш вопрос, пожалуйста. Hare Krishna. Хорошо слышно? Да, хорошо. Гуру Махарадж, дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои поклоны. Спасибо за лекцию. У меня вот три вопроса. Первый. Почему Кришна выбрал место своих игр, вот Индию, да, Вриндаван, Майяпур? Там ведь очень тяжелый климат, то жарко, то дождливо, и не каждый сможет там жить. А мы должны стремиться к святым местам, и попасть туда нелегко. Вот почему он выбрал? Спасибo. Hare Krishna Guru Maharaj and dear devotees, please accept my humble obeisances. Thank you for the lecture. I have three questions. The first one is, why did Krishna choose the place of choose Vrindavan for his pastimes? Vrindavan, India, Mayapur for his pastimes. It's very difficult climate there. Sometimes it's very hot, sometimes it's rainy, and not everyone will be able to live there, but we must just strive for holy places, and it's not easy to get there. Why did he choose this place for his pastimes? Well, just like a farmer has a big land, he has, you know, big area of land, but he will find the perfect place where he wants to build his house, where he's going to live with his family. Как, например, у фермера есть большой участок земли, но он выбирает на нем самое лучшее место, чтобы построить дом для своей семьи. So Vrindavan is the perfect place which Krishna likes to reside. А Вриндаван это самое лучшее место, где Кришне нравится жить. There are many, many cows there. Там очень много коров. And the Govardhan Hill is there. Также там есть холм Говардхан. And the Yamuna River is there. Также река Ямуна. And all the people of Vrindavan, they're all his devotees. А все жители Вриндавана являются его преданными. So in Vrindavan, everyone loves Krishna. Поэтому в Вриндаване все любят Кришну. And Krishna loves his devotees. А Кришна любит своих преданных. So he comes to that place, to Vrindavan, to give pleasure to his devotees
And also he enjoys that place, Vrindavan. It's so wonderful. Таким образом Кришна приходит во Вриндаван, чтобы подарить радость своим преданным, а также ему нравится сам Вриндаван, ему нравится это место. So many wonderful flowers and beautiful trees, the Kadamba tree, the Tamal tree. There's so many wonderful things there in Vrindavan. Во Вриндаване так много красивых цветов, изумительных деревьев, деревьев кандамба, тамала, деревья тамала. Там очень много удивительных, замечательных вещей. All the cows, all the deer, the parrots. Oh, it's so amazing, such a wonderful place. Там множество коров, оленей, попугаев. Такое красивое, замечательное место. Actually, Vrindavan, it's not really from this world. It's from the spiritual world. На самом деле, Вриндаван не принадлежит этому миру. Он из мира духовного. It's the embassy of the spiritual world. Это посольство духовного мира. So it's a dham. You see, it's a dham. It means it's a place, the place where Krishna resides eternally. Это дама, святое место, то есть это значит, что Кришна присутствует здесь вечно. Of course, sometimes he's visible and sometimes he's not visible, but he's always here. И иногда он проявлен, иногда его видно, а иногда он не проявлен, он невидим, но тем не менее он всегда находится тут. So you have to understand, you have to appreciate the glory of Vrindavan Dham, that it's a very, very special place. Таким образом, вы должны понять, должны по достоинству ценить славу Вриндавана Дхамы, что это особое место. And that's why Krishna lives here. И именно поэтому Кришна живет здесь. Second question? Yeah. И следующий вопрос, Матриша. Спасибо. Так, второй вопрос. Как долго наш ум будет сопротивляться хорошим вещам, которые важно совершать для продвижения по духовному пути? The second question is, how long will our mind resist the good things that are important to do in order to advance in the spiritual path? Say again. How long will our mind resist the good things that are important to do in order to advance on the spiritual path? Well, it's up to us. How long do we want to enjoy the material things, and how much desire do we have for advancing on the spiritual path? Все зависит от нас, насколько мы, как долго мы хотим наслаждаться материальной жизнью, либо насколько мы хотим продвигаться на нашем духовном пути. We can remain here in the material world forever, struggling, trying to control our mind. Мы можем оставаться в этом материальном мире вечно, сражаясь, пытаясь в попытках контролировать свой ум. But we can, if we surrender in a moment, we can take shelter of Krishna. Но если мы предадимся, мы за мгновение можем получить прибежище у Кришны. It's up to us. What do we want? How much do we want to go to Krishna? И все зависит от нас, что мы хотим и как мы хотим пойти к Кришне. Are we still desiring? Do you still have some dream to be happy in the material world? Если у нас все еще желание, все ли мы все мечтаем, мы все еще жить счастливо в этом материальном мире? Are we still thinking we'll make a success of the material life? Мы все еще думаем, что мы будем успешными в этом в материальной жизни? So we have to be convinced, actually, our real life is in the spiritual world with Krishna. И мы должны быть убеждены в том, что наша истинная жизнь, она в духовном мире с Кришной. We'll never find real happiness here in this world.
Мы никогда не найдем в этом мире истинного счастья. Yes. Next question. Mm-hmm. И следующий вопрос, Матри. Последний вопрос. Сейчас. Как вразумить себя, что Кришна мой друг, и все, что происходит, только во благо? The third question is, how we can convince ourselves that Krishna is our friend, and everything that happens is only for just for good, for everything is what happens is good for me. Well, we have to have faith in Krishna. That's very important. We have to have faith, and we develop faith by association with people who have faith. Мы должны для этого мы должны иметь веру в Кришну, а чтобы развить веру в Кришну, мы должны общаться с теми, кто ее уже имеет, кто ее уже развил. You have to develop your faith also by following the process, and you should feel yourself becoming better and becoming a better person and progressing. И вы должны чувствовать это благодаря тому, что вы хотите стать лучшей версией себя. We should actually feel that Krishna consciousness is really the perfect process and everything is good. I just have to follow the process properly. И мы должны чувствовать, что сознание Кришны — это лучший процесс, и все будет хорошо. Я просто должен должным образом следовать процессу. Yeah. Krishna is our friend, but we have to want Krishna to be friend. We have to want to be friends with Krishna. Кришна наш друг, но мы должны хотеть стать другом Кришны. Мы хотим, мы должны хотеть заключить эту дружбу с Кришной. So we have to go to Krishna. We have to go to Krishna. We have to speak to Krishna, and we have to want to please Krishna. То есть нам нужно для этого говорить с Кришной, пытаться радовать его, удовлетворять его. Yes. Uh-huh. Я хотела уточнить, вот смотрите, это Матаджи Татьяна, можете так сказать, что ну то есть, если мы хотим стать другом Кришны, мы должны говорить только о Кришне. А как бы дружба — это когда мы же говорим не только о другом человеке. If you want to make friends with Krishna, we need to talk about Krishna. But friendship is not only talking about other person. Yeah, okay. Not only, of course, you don't just talk about them. You have to also act in a friendly way. Конечно, вы должны не только говорить, но и вы должны вести себя как друг. Действовать как друг. But talking is a good start to becoming friends. Разговор — это хорошее начало. You start to talk about Krishna, you start to think more about Krishna, and you start to act to please Krishna. То есть вы начинаете говорить о Кришне, вы начинаете думать о Кришне, а затем вы начинаете действовать так, чтобы удовлетворить Кришну. Do you understand? Вы понимаете, да, это вот? Ну вот я не очень, конечно, понимаю, потому что, видимо, стать другом для Кришны — это какой-то не мой уровень. Получается, нас же учат служить Кришне, вот. А служить Кришне — это более понятно, вот. А дружба — это вообще непонятно. То есть как бы все делать для Кришны, а как это сказать, а то, что у нас есть, ну, нам не важно, получается так. I'm not really understand this point because I don't understand what does it mean to be friend for Krishna. Because we thought that we should serve Krishna, not to be his friend. So it's difficult to understand what does it mean to be a friend of Krishna. Well, yes, friendship is a higher level. Service is the beginning,
But if you go on, then by serving, you will want to become closer to Krishna and to develop a friendly relationship with him. Да, дружеские отношения с Кришной — это более высокий уровень, но сначала, да, мы служим ему как слуга, но постепенно, развиваясь в этом, мы можем выйти на этот уровень дружбы с Кришной. And we can hear about Krishna's friends, you know, Krishna has friends like Arjuna, and you can hear about how Krishna relates and how he is very happy to be with his friends, like the cowherd boys also, they're all friends of Krishna. Мы можем слушать о друзьях Кришны, например, тот же Арджуна или мальчики-пастушки. То есть мы можем слушать о том, как об их дружбе. The main thing is, friend, we should not be envious of Krishna. И основная вещь в дружбе заключается в том, что мы не должны завидовать Кришне. But yes, why not become friend of Krishna? You can become lover of Krishna also. You can become one of Krishna's lovers. You can enjoy, or you can become Krishna's parent. It's not that you just always have to be servant. You can go on to higher levels of intimacy with Krishna. То есть не всегда вы будете слугой Кришны, это не обязательно. Можете продвигаться на более высокий уровень близости к Кришне. Вы также можете быть другом Кришны, вы можете быть его возлюбленной, также вы можете быть его родителем. Yes, but in, we're always servant. It, even friends, we will serve Krishna as a servant. Also, we're still servants. But with more intimacy in friendship. Но в любом случае мы всегда остаемся слугами Кришны, и даже будучи его друзьями, мы всегда служим его просто на более близком уровне. Наши отношения более близкие. So when somebody is a friend, you're a friend with someone, you will also serve them because they're your friend. You don't mind to serve them. Но, например, когда вы дружите с кем-то, тем не менее, вы служите этим людям, и вы, как бы это не составляет для вас какой-то проблемы, вы, это для вас не сложно. In married life, you may have, you know, a husband or a wife, but, you know, they serve each other. The wife serves the husband serves the wife. Также и в супружеской жизни люди служат друг другу, жена служит мужу, муж служит жене. So service is always there in the relationship. То есть в отношениях всегда присутствует служение. Yes? Next question? Yes. Спасибо. Юватима, это же ваш вопрос, пожалуйста. Харе Кришна, Махарадж, дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои смиренные поклоны к оставшемуся Прабхупаде. Мы разбираем здесь много качеств, которые мы считаем отрицательными, такие как досада, опьянение, гордость, сомнения и так далее. И получается, что они стали негативными в материальном мире, а в духовном мире они не имеют негативного оттенка, потому что связаны с Кришной. Спасибо. А сами переведете, Матаджи? Хорошо. We are discussing here many qualities that we consider negative, such as disappointment, intoxication, pride, doubt, etc. Do they become negative in the material world? Because in spiritual world, they have no negative connotation because they are related to Krishna. It's not so clear, Tatyana, somehow. There's a lot of echo there. Okay, I repeat. Hare Krishna Guru Maharaj and the devotees, please accept my humble obeisances, so glorious to Srila Prabhupada. We are talking here about many qualities that we consider negative, such as annoyance, intoxication, pride, doubts, and etc.
They have become negative in the material world, but in the spiritual world, they don't have a negative things because they are related to Krishna. Well, yes, they're not negative because it's all in relation to Krishna. They're different emotions like fear or doubt or something, because it's all in relationship to their intense love for Krishna. So definitely it's not negative. Да, все эти эмоции, сомнения и так далее, то есть они не являются негативными, поскольку они все связаны с Кришной. So everything depends on the attitude of the devotee. It's because we feel these different feelings that are awakened due to our attachment to Krishna. То есть они все, это все зависит от отношения преданного. Все эти чувства просыпаются в связи с с тем, как мы относимся к Кришне. All of these different emotions are coming to increase our different transcendental feelings for Krishna. The feelings which we have for Krishna definitely are not negative. И все эти эмоции приходят в результате того, что мы испытываем эти эмоции по отношению к Кришне, и они не могут быть негативными. We see even the demons, they're having feelings for Krishna. So we could say, because they're demons, their feelings are against Krishna. But because they're thinking of Krishna, so it's purifying them. И даже у демонов есть чувство к Кришне. Мы можем думать, они демоны, как они могут что-то чувствовать хорошее по отношению к Кришне, но поскольку они думают о Кришне, их чувства очищаются. So remembering Lord Krishna, even though they may remember Krishna in a bad way, like Kamsa is remembering Krishna, and Sishupal is very envious of Krishna, but they got liberation from the material world because they're remembering Krishna. И памятуя Кришну даже в негативном ключе, как, например, Камса, да, думала о Кришне негативно, или Шишупала завидовала ему, тем не менее, как бы то ни было, они получают освобождение из этого мира. And all the kings who died on the battlefield at Kurukshetra, they were all liberated by the presence of Krishna. И все те цари, которые погибли на поле битвы Курукшетры, они все получили освобождение благодаря присутствию Кришны. Okay. Next question. Yeah. Следующий вопрос, пожалуйста, Валентина Матаджа. Хари Кришна, Гуру Махарадж, примите мои поклоны, пожалуйста, все слава Шриле Прабхупаде, дорогие преданные, примите поклоны. Это Валя из Биробиджана. Вот вопрос такой, помогите разобраться в своем уровне. Многие говорят в лекциях, что нужно понять его, как дальше развиваться, чтобы увидеть, как дальше развиваться. Если по милости есть стабильность садхани, жажда Кришны Катхи, и стих 10.8 Бхагавадгиты стал реализованным. Это саду-санга? В то же время, действуя в сознании Кришны, сотрудничая с преданными, выходя на санкиртну, видишь все свои плохие качества. И анартхи. Это прохождение анартхи вритти. Ну и по факту у тебя нет, ну, у меня нет инициации, тогда ты вообще не занимаешься преданным служением. Ну, тогда я неофит. Вот как-то и нужно ли вообще в этом развивать, копошиться, вот выявлять свои уровни или просто заниматься, продолжать. Хари Кришна. Hare Krishna, Guru Maharaj, please accept my humble obeisances, all glories to Srila Prabhupada. The question is, please help me to understand my level. How we can understand it and how we can develop, how to develop it further. If by grace, by mercy, there is
stability in sadhana, and there just and a person want to hear Krishna Katha, and verse 10.8 of Bhagavad Gita has become realized. Is it sadhu sangha? At the same time, acting in Krishna consciousness and cooperating with devotees and going to sankirtana, you can see many bad qualities and anarthas. It's anartha nivritti. And so, in fact, I have no even initiation yet, and does it mean that I don't do devotional service? Am I a neophyte? And the question was, should we just try to understand our level, or just we just need to keep going in our devotional service and that's it? Well, definitely you do need to keep going in your devotional service. But at the same time, it's also good to understand where are we, what level are we at. Конечно, как вы правильно заметили, мы просто должны продолжать заниматься преданным служением, но также мы хорошо было бы понять, на каком уровне мы находимся. Right, we know there are different levels of devotees. There's a neophyte or kanista devotee. There's a madhyam devotee. There's a uttama devotee. То есть мы узнаем, что есть три уровня преданных: конечно, мадхьяма и уттама преданные. Neophyte devotee, we could say neophyte devotee. In some ways, we're all neophyte devotees because we're all still trying to develop our Krishna consciousness. We're not perfect. И в каком-то смысле мы все преданные неофиты, поскольку мы все пытаемся усовершенствовать, сделать совершенным, улучшить свое сознание Кришны, поскольку мы несовершенны. We may be neophyte in terms of our realization, or we may be neophyte in terms of our actual spiritual progress. То есть мы можем быть неофитами в плане реализации или в плане духовного, действительно реального духовного прогресса. But we shouldn't feel discouraged, that we should feel happy, we should feel satisfied that we're on the path. Но мы не чувствуем разочарования, мы чувствуем счастье от того, что мы находимся на этом пути. We have to keep going. И мы должны продолжать. And as you say, you know, you're not yet initiated, so you know that's an important thing. You do want to try to take care of that and get yourself initiated. И как вы сказали, что вы еще не инициированы, то есть вам нужно заняться этим вопросом и получить инициацию, делать все, чтобы получить инициацию. Meet the different requirements for initiation and get your initiation taken care of. То есть получить необходимые рекомендации и принять инициацию. And then you want to go on from there. And, yeah, as you say, we have to go through anartha nivritti. We have to get rid of all the anarthas. Да, говорится, что мы должны пройти через анартха нивритти, избавиться от всех анартх. So it takes time. We have to be patient. Это занимает какое-то время, и мы должны проявлять терпение. We've come to Krishna consciousness after many lifetimes. Мы приходим в сознание Кришны спустя многие жизни. So while we should be patient, at the same time we should be also enthusiastic. То есть мы должны проявлять терпение, но в то же самое время мы должны быть энтузиастичны. You should be enthusiastic to go on and become perfect. То есть мы должны проявлять энтузиазм в том, чтобы продолжать и двигаться к совершенству. So try to understand the our own position. Where are we at and where are we going? That's important for us. We should have a plan for our spiritual progress.
То есть важно понять, где мы находимся и что для нас важно. Мы должны иметь план своего духовного прогресса. Read the books carefully, study Prabhupada's books carefully in the association of devotees. Внимательно изучайте книги Шрилы Прабхупады в кругу преданных. Take every advantage to do your devotional service, to do your hearing and chanting. Ловите любую возможность, чтобы заниматься преданным служением и слушать. Берите от этого как можно больше блага. And try to join groups, like maybe there's a Bhakti Shastri course or some kind of study group there you can join. И присоединяйтесь к различным группам, например, как Бхакти Шастри или какие-то курсы по обучению. Участвуйте в этих группах. Mm-hmm. Okay. Next question. Конечно, можно уточнить да. Этот план духовной жизни твоей? Кто должен дать? Это можно попросить прямо Гуру Махараджа, да, в письме? Who can give you that plan of your spiritual life, of your spiritual Well, I'm telling you some things you have to do, right? I'm telling you have to get initiation. I'm telling you should study Bhakti Shastri. You should do this. Вот я как раз и это говорю, что то есть вы должны получить инициацию, вы должны изучить Бхакти Шастри. Это и есть план. So try to take care of these things. То есть попытайтесь сначала позаботиться об этих всех вещах. Of course, you have to also take, there's the ISKCON disciple course, you should also immediately take that course. То есть вы должны пройти курс ученик ISKCON, его нужно пройти в первую очередь. So these are some initial things which you want to take care of. What? You want, this is a plan, these are plans for the present, at this time. И таков план вот на сегодняшний момент, на этот момент. When I talked all, I said you want to study Prabhupada's books, you want to study all of the books, you want to read the whole Srimad Bhagavatam and read the Chaitanya Charitamrita. Вам стоит изучить все книги Шрилы Прабхупады, прочитать весь Шримад Бхагаватам, все Чайтанья Чаритамриту. Have you read all these books? Вы уже прочли все эти книги? Кришна Гуру Махарадж. Нет, ученик ISKCON прошла и Бхакти Програм. Not yet, but I've just went through ISKCON Disciple and Bhakti Program. И изучили Бхагавад-гиту в школе Бхакти, то есть будет сейчас Бхакти-шастры раздавать. And the school in the school of Bhakti, we just passed through Bhagavad-gita course. Okay, so go on. You have to complete the course and go on to Bhakti-shastri. Да, идите дальше. Вы должны закончить эти курсы, которые не закончили, и идти дальше в Бхакти-шастри. But it's not just studying, you know, you have to develop your devotional mood. You have to learn how to properly worship Krishna and how to cook for Krishna and how to please Krishna with different offerings. Но вы должны заниматься не только обучением, вы должны дальше продвигаться в своем сознании Кришны, вы должны учиться готовить для Кришны, должны учиться понимать, научиться удовлетворять Кришну. Yes? You understand, Mataji? Этот момент понятен, да, Матаджи? Хари Кришна, уточните, пожалуйста, то есть это воспевание святого имени? Или, что это, Хари Кришна? Это что? Я имею в виду удовлетворить Кришну. What does it mean to satisfy Krishna? It's just, does it mean to chant holy names or what? Well, chanting the holy name is one activity, but there's, of course, there are many other activities for the satisfaction of Krishna.
И да, воспевание святого имени — это одна из вещей, которые делаются ради удовлетворения Кришны, но также существует еще множество других вещей. Krishna is very pleased when you serve his devotees. Кришна очень доволен, когда вы служите его преданным. So if you can somehow serve his devotees, if you can give pleasure to his devotees, that will be appreciated by Krishna. И когда вы служите его преданным, Кришна очень этим доволен, и он это оценит. Хари Кришна, спасибо большое. Татьяна, можно задать вопрос? Ну, просто вот продолжение этого всего. Можно? Что? Следующий вопрос, просто он продолжение вот этой темы. Можно, да, задать? Да. Хари Кришна. Так, сейчас. Вы сегодня сказали в лекции, что Рукмини полюбила Кришну, услышав о нем чистого преданного Нарада Муни. Правильно я понимаю, что главное общение, и все, что у тебя получается делать в попытках принести удовольствие Кришне, это от общения с гуру и от преданных. То есть их любовь к чтению, например, с книг, с священных писаний, санкиртана, киртаны, учение философии, все это общение с теми, кто имеет эту любовь, передается. Как быть благодарным за эту милость и как это должно продолжаться? Спасибо. And the next question is, today in the lecture you said that Rukmini fell in love with Krishna after hearing about him from a pure devotee, Narada Muni. Do I understand correctly that the main thing is association. All that you are able to do in trying to bring pleasure to Krishna is from our association with the guru and with the devotees, that is their love for reading about Krishna, love for Sankirtana, love for kirtan and just studying philosophy. All is going from this association with someone who has this love. How to be grateful to them for this mercy, and how should it be expressed? Well, how to be grateful for that mercy? Just by properly reciprocating, by following the advice and the instructions which they give you. То есть как быть благодарным, просто нужно отвечать на это взаимностью, то есть действовать, делать то, что вам, о чем вам говорят. And if you're able to make spiritual progress, it will be very pleasing to them. Если вы сможете добиться какого-либо духовного прогресса, то это очень их порадует. You can express that gratitude to them by your own spiritual advancement. То есть вы сможете выразить свою благодарность этим людям своим духовным прогрессом. At the same time, always remain serve. Excuse me. At the same time, you have to remain servant. И в то же самое время вы должны оставаться слугой. Hare Krishna. Okay. Next question, Кришна. Yeah. Марина Матриджи, ваш вопрос, пожалуйста. Хари Кришна, Гуру Махарадж, дорогие преданные, примите мои смиренные поклоны, вся слава Шриле Прабхупаде. Спасибо за лекцию. Скажите, пожалуйста, как мне можно поступить на Нарасимха Чатурда, ваше наставление? И можно ли просить Нарасимхадева о том, чтобы на Санья, это город Китая, появились преданные? Если да, то как правильно об этом просить? Спасибо. Hare Krishna Guru Maharaj and dear devotees, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. Thank you for your lecture.
The question is, tell us, please, how I can serve to, how I can serve on Nrisimha Chaturdashis through your instructions. And is it possible to ask Nrisimha Dev for devotee, for just devotees to appear on Sanya? If so, how is it, what is the right way to ask for it? Thank you. To ask for what? To ask for it, for just, as far as I understand, there is no any devotees on Sanya in China. So Mataji, you just want to ask Nrisimha Dev to give, to send devotees to Sanya, something like that. And if she can do it, how to ask it in a proper way? Well, the proper way to ask is that if Krishna desires, please send some devotees here. И правильным будет попросить: так, Кришна, если ты хочешь, пожалуйста, пошли сюда преданных. So we're dependent on Krishna's desire. It's what Krishna wants. It's not what we want. Мы все зависим от желаний Кришны, то есть от того, что хочет он, а не мы. There are so many places, there are so many people. Есть так много мест, так много людей. So it takes time for people to be able to come to their to these places. It's a remote place, it's far away from everywhere. То есть нужно время, чтобы люди попали в эти места. So it's not easy, although people like to go there, you know, they may go to Sanya, how long can they stay there? То есть не так-то просто сделать так, чтобы люди оставались в одном, в этом месте. Допустим, да, вы можете их как-то привлечь, но нужно что-то сделать, чтобы они там остались. So we have to learn to depend on Krishna for association, and we make use of the technology also. Just like you can hear, you can keep in touch with all the devotees. And so you do have association through technology, through the different telecommunication systems, you're able to have association. So your situation is not so bad. То есть мы должны ловить те блага, которые дает Кришна, и на самом деле ваша ситуация не так уж и плоха. Вы можете общаться с преданными с помощью технических средств. You're able to keep up your hearing and chanting. То есть вы способны продолжать продолжать слушать и воспевать. So you're doing well. You just continue as you're doing, you continue to go on. Вы делаете все это замечательно, просто продолжайте все это делать. And gradually, you know, one day it will happen, people will come there. И постепенно, с течением времени, однажды это случится. Of course, now it's been, we've had the COVID, we've had the lockdown, many unusual situation. And so at this time, not many people are traveling. Да, конечно, сейчас COVID и везде эти карантины, то есть все закрыто. Но тем не менее, это же не будет все время. Пока это так. Gradually we'll open up again and people will start to come. То есть постепенно все границы откроются, и вы сможете двигаться, передвигаться, люди смогут ездить, смогут приезжать. But don't worry. You're getting everything, you're not really missing very much. You've got association, you can hear and chant. Не переживайте, вы многое не пропускаете. У вас есть возможность слушать, общаться, воспевать. So you just continue, just keep going. Просто продолжайте это делать. Hare Krishna, спасибо, Гуру Махарадж. Thank you, Гуру Махарадж, for the acceptance of my obeisances.
Yeah, I'm thankful to you for your efforts there in Sanya. Я очень доволен тем, что вы прилагаете усилия в Санья. It's good that you stay there. Would you repeat, please, Guru Maharaj? It's good that you stay on there. Это очень хорошо, что вы остаетесь там. Prabhupada, just like many years ago, there was no devotee in Hong Kong. Как, например, много лет назад в Гонконге не было преданных. So, but the one devotee was there. He was preaching, but there were no people, no devotees. He was alone. И там был всего лишь один преданный, больше никого не было. Он проповедовал один. So Prabhupada told the devotee, you just stay there and chant Hare Krishna. И Шрила Прабхупада сказал этому преданному, просто оставайся там и воспевай Hare Krishna. And if you're there and chanting Hare Krishna, it will be a great benefit for Hong Kong. И если ты будешь там и будешь воспевать Hare Krishna, это будет великое благо для Гонконга. So similarly, you're in Sanya and you're chanting Hare Krishna, it's a great benefit for Sanya. И таким же образом вы сейчас находитесь в Санья, и то, что вы повторяете там Харе Кришна, это для Санья великое благо. So please, you just stay on there. Просто оставайтесь там, keep, пожалуйста. And keep chanting, keep in touch with the devotees. Продолжайте воспевать, продолжайте поддерживать контакт с преданными. Actually, service and separation is that's greater than service in union. When you're feeling separation from the devotees, you feel more attachment to the devotees. И на самом деле служение в разлуке, оно даже более ценно, чем служение, когда вы все вместе. Вы тогда испытываете еще большую привязанность к Кришне. If devotees come there one day, you may feel, oh, I wish these devotees would go away and leave me alone. Возможно, когда однажды туда приедут преданные, вы скажете, о, Боже, лучше бы они сюда не приезжали, я так хочу здесь быть одной. So, don't worry. Поэтому не переживайте. Хари Кришна, спасибо. Это все по вашей милости, Гуру Махарадж, и милости преданных. Хари Кришна. Hare Krishna Guru Maharaj, it's due to your mercy and mercy of the devotees. Hare Krishna, Prabhupada's mercy. Это милость Прабхупады. Okay. Чай, Прабхупад. Next question. Yeah. Елена Миронова, вам отвечу ваш вопрос, пожалуйста. Hare Krishna, спасибо большое, Матри Татьяна. Хари Кришна, Ваше Святейшество, дорогие преданные, примите, пожалуйста, поклоны мои. Все слава Шри Прабхупаде. Вопрос. Мне легко проповедовать и предлагать книги людям, когда я чувствую, что они готовы слышать о Боге, и у них есть интерес к ведической культуре. Но людям, которым это неинтересно, сложно предлагать книги, возникает сопротивление ума. Как преодолеть эти колебания ума перед Санкиртаной? Им нужно ли заставлять себя идти даже с таким умонастроением? Спасибо. Hare Krishna, Your Holiness and dear devotees, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. My question is, it's easy for me to preach and offer books to people when I feel that they are ready to hear about God and they have an interest in Vedic culture. But it's difficult for people who are not interested in it to offer books to them. And there is a resistance of the mind. How to overcome these things in my mind before Sankirtana, these disturbances that are in my mind before Sankirtana, and do I need to force myself to go even with such a mood? Thank you. Well, if you know that people are opposed to the books, then don't try to force them. If you know that people, what? If people are opposed, if they don't want the books. Если вы знаете, что люди не хотят иметь эту книгу, не заставляйте их.
You have to find some way, you know, in which you can make friends with people. То есть вы должны найти такой способ, чтобы установить дружеские отношения с этими людьми. Maybe if you can have some kind of friendship with the people, then in that way they may be more inclined to look at the books. I don't know. То есть, возможно, если вы подружитесь с этими людьми, то они будут больше склонны взять эти книги, я не знаю. But you do want to be conscious about people's attitude. If you know that they're not in favor, they're not very friendly, then be very cautious about how you approach them. То есть вы должны понимать отношение к людей, к этому предмету, к тому, чтобы им давали книги. Если вы понимаете, что люди не хотят этого, то вы должны быть очень аккуратны в этом вопросе. A Prabhupada told one devotee, I was there in New York, and the devotee, he was a very famous book distributor. And Prabhupada told him, he said, do not force people to take the books. Однажды в Нью-Йорке Шрила Прабхупада разговаривал с одним преданным, который распространял книги, и он говорил ему, не заставляй людей брать книги, если они не хотят этого. Prabhupada told him, he said, people must want to take the books. Шрила Прабхупада говорил, люди должны хотеть брать книги. All right. А можно уточнить, Матушка Татьяна? Да-да. Еще раз. Дело в том, что мне легко предлагать книги, когда ко мне люди приходят, да, и проявляют этот интерес. А чтобы выйти на санкиртану на улицу, мне нужно настроиться, как-то себя замотивировать, потому что я не знаю, хотят эти люди книги или нет. И вот я об этих колебаниях ума говорила, то есть я не знаю, хотят или нет, то есть мне надо это выяснить. И у меня такое внутреннее сопротивление, потому что я не уверена, да, будут хотеть книги или нет. Какое-то такое странное состояние. What they said, I meant that it's easy for me to preach and offer books to people when they come to my home, to my guests, for example, and I know that they are interested when they ask me about these books and so on. So it's easy for me to preach and to give them books, but I have this. These doubts in my mind when I just go out for Sankirtana, and because I don't know if the people want to take my books or they don't want to take my books, so I just have these doubts. Well, it doesn't take long to find out how favorable people are. То есть это не займет у вас много времени, чтобы понять, насколько люди расположены к вам. You talk to people, you can understand, are they friendly? Are they talking to you in a nice way? Are they suspicious of you? То есть немного поговорив с человеком, вы можете понять, дружелюбно ли он к вам расположен или нет. Благосклонен ли он к вам? And Prabhupada writes in the Krishna book, he said, everyone is looking for Krishna. He says, some know it, some don't. И Шрила Прабхупада в книге о Кришне пишет, на самом деле каждый ищет Кришну, но кто-то об этом знает, а кто-то нет. So you have to be a little confident, and you have to take some risks, certainly, to do Sankirtan. There's some risk there. You're approaching people. Some people will be friendly, and some people will not. То есть у вас должна быть какая-то уверенность, да? Конечно, когда вы выходите на Санкиртану, кто-то будет откликаться, кто-то нет.
So somebody's not friendly, so then just stay away from them. You know, just leave them and say, oh, I'm sorry, I didn't mean to disturb you. То есть тот, кто не проявляет дружелюбие, вы извиняетесь и говорите, я вас не хочу вас, не хотел вас побеспокоить, Mm-hmm. Александра Прабу, ваш вопрос, пожалуйста. Харе Кришна, ваше святейшество, пожалуйста, примите поклон. Дорогие преданные, Харе Кришна, тоже принимайте. Вопросы были по поводу уровня духовного развития. Если человек шел из вот этого каждый. Прабу, вас очень плохо слышно. Ну, очень, очень плохо, очень прерывисто. Я даже не могу уловить смысл. Значит, просто связь плохая. Тогда она Харе Кришна. Connection is not very good, Guru Maharaj. I cannot hear the question properly. Okay. Alright. Should I ask if there is any question? Yeah. Есть ли еще какие-то вопросы? No more questions, Guru Maharaj. Okay, so then we'll stop here. So thank you very much, Tatyana, for translation. Thank all the devotees. Сегодня мы здесь остановимся. Спасибо всем, дорогие преданные. And we hope you'll all stay alive and well and healthy. Пожалуйста, берегите себя, будьте внимательны к своему здоровью. Okay. Hare Krishna. I hope you have a nice Nrisinga Chaturdasi tomorrow. Желаю всем хорошо отметить завтра Нрисимха Чатурдаши. Tomorrow is an important day. We're supposed to fast until the evening. Завтра важный день, и мы все постимся до вечера. Lord Nrisingadeva appeared in the evening, just as it changes from day to night. Господь Нрисимхадев появился на смене дня и ночи. So we traditionally we fast until sunset and have an Ekadasi feast. И традиционно мы постимся до захода солнца и затем Экадашный пир. So if you're able to follow like that, if it's possible, please try. И если вы будете, постарайтесь сделать это, если это для вас возможно, пожалуйста, попытайтесь. And try to hear also the pastimes and the glories of Lord Nrisingadeva. А также слушайте славу. Славу Нрисимхадева, а также слушайте в его играх. So may Lord Nrisingadeva protect all of you, bless all of you. Пусть Господь Нрисимха защитит всех вас и благословит вас всех. Srila Prabhupada ki jai. 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 Jai.